центральном районе Сочи проживают около 200 ветеранов. Это инвалиды и участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и несовершеннолетние узники концлагерей. В честь 75-летия со дня освобождения Кубани от немецких войск, а также 74-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, по поручению губернатора Вениамина Кондратьева и мэра Сочи Анатолия Пахомова, сочинским ветеранам вручены памятные медали. Примите искреннее поздравления с этим знаменательным днем в истории нашего края, нашего города. Я желаю вам самое главное, конечно, здоровья. Я желаю вам мирного неба, себе, конечно, всему нашему району. И очень признательность вам за то, что вы сделали для нас, для нашего поколения, для будущего поколения. Сочинские ветераны и сейчас вносят большой вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи, работают в ветеранских и волонтерских организациях, а также участвуют в городских мероприятиях. Помимо медалей, ветераны получат единовременные выплаты. Для этого участники битвы за Кавказ и обладатели медалей за оборону Кавказа могут обратиться в районную администрацию.